Всем привет! Это freestudio Com. Продолжаем тему косвенная и прямая речь. И это упражнение из Enterprise Intermediate. У нас очередное упражнение, какое десятое уже по счету. Осталось совсем чуть-чуть, осталось два, ну сегодняшним три. Итак, здесь у нас немножко необычное задание. Read the following reported sentences. То есть здесь уже косвенная речь. Underline the special introductory verbs. В общем, глагол надо подчеркнуть, но это ерунда, а затем надо восстановить кос, восстановить, прошу прощения, прямую речь. Rewrite them in direct speech. Здесь у нас колоссальная свобода творчества, потому что в косвенной речи очень много пропадает, и сейчас мы это увидим. Нам придется дофантазировать, чего люди там имели в виду. Итак, первое. He advised them to buy burglar alarm. Он посоветовал им купить значит, против воров сигнализацию, как это правильно сказать. Ну, сигнализацию против взлома, скажем так. У нас стоит слово advice дать совет. А мы помним, что советы у нас даются при помощи модальной глаголовой, в основном при помощи shoot. Поэтому можно так. He said, Далее мы ставим две точки, иногда люди ставят запятую, Но я буду ставить две точки, мы так привыкли, хотя это делать не обязательно. Значит, дальше you, как бы он обращается к ним, you should buy a burglar alarm и все. Здесь все просто, здесь нет эмоций, поэтому просто. Здесь можно усилить немного и сказать, you should definitely buy a bagler alarm. Вам определенно следует купить. То есть, вот здесь допишем слово, чтобы было как-то красиво и человечно. Но в принципе этого можно не делать. Без definitely тоже предложение прекрасно. Далее второе. She warned them that if they bothered Sally once more, she would be forced to phone the police она предупредила их, что если они еще раз будут, в общем, обижать Салли, она будет вынуждена вызвать полицию. Итак, значит, warned у нас uh, reporting verb или introductory verb как угодно, и у нас будет такое. She said. И далее them улетает, потому что сейчас мы его будем отражать, скорее всего, в наших кавычках. Значит, я скажу так, поскольку здесь warn, здесь предупреждение, здесь, по-видимому, было эмоционально, поэтому я... здесь могут быть варианты. Но я хочу так. You boys. Эй, вы мальчики. И дальше у нас условие. If you. И дальше я его э, переделаю, наверное, в условие будущего времени. Потому что речь будет идти о будущем. То есть, если вы будете, то я вызову. If you. Bother. И далее все то же самое. Sally, once more. Далее запятая. Далее I, поскольку это как бы она от своего имени говорит. И далее у нас варианты. Мы можем оставить вот это как есть. Would be forced. Но я не хочу так сложно. Я скажу I will have. Я буду вынуждена. I will have to call the police. Или phone там стоит, to call for придется говорить to phone the police, скажем все дословно. Вот таким образом. То есть they или them переместилась у нас сюда в прямую речь. Обязательно ли было так делать? Нет, не обязательно. Можно было бы she, she told them тоже как вариант. То есть вот здесь могло бы быть, а дальше две точки и все остальное, и тогда you boys вылетает. И можно оставить просто boys. You это уже очень сильно, то есть эй вы вот в таком смысле. То есть you это опционально, да, если мы очень хотим. Далее третье. He accused Tom of stealing his bike. Здесь у нас понятно accused, и здесь будет так. He said that Tom has stolen. Я поставлю present perfect, почему бы и нет? Это было в прошлом, мы имеем дело как бы с последствиями. My bike. Здесь можно было бы и по simple поставить, тоже правильно было. Tom stole my bike, тоже верно. А можно было бы так. He said, it is Tom who has stolen my bike. Далее четвертое. He apologized for breaking her vase, или vase. Он извинился за то, что разбил ее вазу. He said to her, допустим, дальше две точки, I'm so sorry. Мне так жаль. That. И далее. I have broken your vase. Как-то так. Можно crashed поставить вместо break. Но здесь у нас break, поэтому не будем извращаться. Если я не хочу вот это Z, я могу и иначе сказать. I'm so sorry to have broken your vase. То есть вот это можно заменить на вот это. Поставить перфектный инфинитив. Он покажет мне, что ваза уже разу... разбита. Просто как вариант. И далее следующее. Пятое, he admitted stealing the car. Он признался, что о, украл машину. Значит, опять же, he said. И далее I stole that car. И все. Все просто. Если я не хочу так примитивно, можно усложнить. И сказать, допустим, такое: He said it was me who stole the car. Просто как вариант. Далее, she complained that they didn't pay her enough money. Она жаловалась или пожаловалась, что они не платят ей достаточно денег. Итак, у нас здесь согласование времен. Мы переводим настоящим, но по сути здесь прошедшее. Но в прямой речи у нас этого согласования не будет. Допустим такое: she cried. Она заплакала или закричала тоже как вариант. И дальше you. Вы никогда не платите мне достаточно денег, чтобы мне жить прилично или достойно, как-то так. You never pay me enough to live on. Вы никогда мне не платите достаточно, чтобы на это жить. Далее седьмое. She informed me that she had already called in ambulance. Значит, она проинформировала меня, что уже вызвала скорую. Значит, здесь у нас ситуация, когда inform, то есть нормальным тоном, ничего не кричала, не визжала, не плакала, никаких особых эмоций, поэтому можно просто сказать she told me I have. Здесь у меня будет present perfect, потому что в косвенной речи у меня past perfect. I have already Called an ambulance. Едем дальше. He refused to help me. Он отказался мне помогать. Ну, скажем это вот так. He said, I will not help you. Если мы не хотим так просто, можно усложнить и сказать: He said, I not going to help you. То есть у меня в планах нет тебе помогать. Или можно даже так. He said, Do it yourself. Он сказал, делай это все сам. Далее she denied killing him. Она отрицала, что убила его. Итак, у нас здесь будет отрицание, поэтому у нас, скорее всего, I have never killed him или что-нибудь такое, или I have not killed him. То есть she said I didn't kill him. И все. И этого вполне достаточно. Далее здесь значит refused у нас глагол, а здесь denied. Динай, когда у нас появляется, значит, можно быть уверенным, что в прямой речи будет отрицание. Далее десятый. He boasted he had saved the trapped man without any help. Он похвастался, что спас э, человека, попавшего в ловушку, зажатого там где-то или как, без всякой помощи, то есть сам спас кого-то. Можно сказать так: He said it was me Я буду фантазировать. Так, сейчас я еще раз посмотрю время глагола. Ага, здесь had saved. Ну ладно, пусть будет пока it was me. Я поставлю it is me. It is me. Я сделаю немного сложнее. Who has? Вот здесь present perfect будет. Saved him. Или наверное that trapped man. Дадим конкретики. Я даже допишу It is me and only me. Или me only. Это я и только я. Он же boosted, хвастался. Поэтому можно, можно дописать какого-то пафоса. И далее without any help. Вот таким образом. Не обязательно делать так сложно. Можно сказать просто I myself saved или has saved have, точнее have saved the trapped man without any help. То есть просто как вариант. Если я не хочу фразовых выделений ставить и не хочу много буков. Вот таким вот образом. И вот это хвастовство, вот это boosted, переходит у нас при помощи it is me and me only или it I, или I myself или как еще. Вот такое вот упражнение. Ну, такое себе. В принципе, ничего особенного, но очень интересно восстанавливать прямую речь, потому что нужно прибавлять от себя много. Нужно фантазировать, можно сделать три варианта, четыре варианта, сколько угодно. Можно совершенно разные вещи написать. Кто-то видит это так, кто-то видит иначе. В этом вся косвенная речь. То есть косвенная речь, она как бы делает предложение таким схематическим и бесцветным. И поэтому очень много теряется. И вот этим она, поэтому она настолько официальна, настолько сухая такая. Вообще люди не очень ее любят, потому что, ну, во-первых, грамматически сложно. А Во-вторых... Ну, очень часто теряется, очень многое теряется из предложения, скажем так. Скриншот всего этого будет по ссылке в описании видео, равно как и ссылка на весь плейлист по Enterprise Intermediate. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал.